कृपा सिंधु सुसंपूर्णो सर्वसत्वोपकारकः निष्प्रियो सर्वतोसिद्ध्यो सर्वविद्याविशारदः सर्वसंशयो संच्छेत्ता अमरस गुरुरहित। Вчера был день ухода Шилы Бхакти Прапанна Париврадже Махараджа. Он был ученик Бхакти Самбанда Парвата Госвами Махараджа. И этот Бхакти Самбанда Парват Махарадж, он был учеником Шилы Прабхупады. Не только учеником был, он один из старших учеников был. Он родился на Гадруме. У него была возможность слушать Гита Вьякшу, объяснение Гиты от самого Шрилы Бхактивинода Тхакура, и вот от него он получил посвящение. И вчера я хотел сказать так много. О Гуру Таттве я говорил, что те, кто не что те, кто не предались лотосным стопам чистых вайшнав гуру, они подобны животным. Понимаете? Что те, кто не предались полностью лотосным стопам чистым гуру и вайшнавов, они подобны животным, не только животным. Даже животные могут что-то плохое сделать, но те, кто... Даже не как животные, а хуже животных, поскольку животные, по большому счету, ничего плохого не могут сделать. А такие люди могут хуже сделать, поскольку, смотрите, без полного самопредания Гурудева ваш баджан не может начаться. Если обусловленная душа пытается что-то сделать самостоятельно, то это сложно будет. А что мы должны сделать? Мы должны посвятить себя чистым гуру вайшнавам, и они нам укажут должный путь. Я цитировал одну шлоку, которую произнес Нарада Махарадж. Kalo karmo gunadhino deho ayam panchabhautika. I told you. Kalo karmo gunadhino deho ayam panchabhautika. Katham anyanstu upayet sarpagustho yathapara. Naraji Maharaj speaking in front of Yudhishthira Maharaj. Почему вы беспокоитесь, почему вы плачете? Вы думаете, вы можете спасти кого-то? В этом материальном мире никто не может спасти никого. Никто не может спасти вас. В этом материальном мире никто не может спасти вас. Ни ваша муж, ни ваша жена, ни ваши дети, ни отец, ни мать, никто. Никто не может спасти вас, будьте внимательны. И вот Нарада говорит Юдхиштхира Махараджа: «О царь, почему же ты плачешь и беспокоишься? Разве ты думаешь, что ты сможешь спасти кого-то? Ты не сможешь никого спасти. Все души, они получают свое тело из-за своих прежних действий». И вот так души получают тело для того, чтобы страдать или наслаждаться от результата своих прошлых поступков, и кто же может их... И кто же сможет с них их остановить? На самом деле, Кришна Бхагаван, он не заинтересован в наших действиях.
если мы не будем совершать бхакти, а заняты только совершением благочестивых и греховных деяний, то Кришна, он не заинтересован в этом. Кришна в Гите говорит: и вот, если кто-то что-то хорошее делает или что-то плохое, то Кришна, он не заинтересован в этом. Он не будет вмешиваться, только то есть эти дживы не будут, будут рождаться, умирать и получать результаты своих действий в прошлом. И народам, как он сказал, если вы думаете о каких-то благочестивых действиях, то из этих благочестивых деяний вы можете возвыситься до рая, и когда ваша пунья кончится, вы будете вынуждены пасть на тот же уровень. И вот когда наша пунья кончилась, то полубоги, они могут скинуть нас назад на тот уровень, с которого мы начали возвышаться до того райского уровня. И поэтому чистые преданные никогда не думают о пунье и о папе. Они не заинтересованы в этом. Но когда Юдхиштхира Махараджа слушает от Нарады Махараджа, их случай совершенно другой. Смотрите, слепой Дхритарашта ушел из дома, и они не могли найти его. И поэтому... You think you и can вот Нарада, он пришел к нему и сказал: «О, царь, чего ж ты плачешь? Разве ж ты можешь кого-то защитить от смерти? Если Верховный Господь захочет кого-то спасти, то никто не сможет убить его». И наоборот, и Нарада Махарадж, дав такой совет, он показывает картину этого материального мира. И это материальный, этот материальный мир. A snack going to catch a fog, you know? You have seen. В этом материальном мире мы видел, что змея, она иногда хочет схватить лягушку. И когда она схвачена, змея, она глотает эту лягушку. И лягушка, пока ее не поглотили, она боится все же. И также Нарада Махарадж, он приводит пример, что все дживы, они подобны этой, все дживы подобны этой лягушке, которые полусъедены змеей. И поэтому, почему вы беспокоитесь? Но вчера я говорил, и еще хочу сказать, что Вайшнав может спасти вас, несомненно. Вайшнав может спасти вас, хотя Нарада Махарадж... Но смотрите, чистый Вайшнав, он может спасти нас, не только нас, и тысячи и тысячи людей. В одном из киртанов говорятся эти слова, что Вайшнав может спасти всю Брахманду. Что говорить о нас с вами? Вайшнавы, они могут спасти весь мир. И чистые преданные, как Шрила Прабхупад Бхактион Такур, они могут спасти тысячи и тысячи людей. И мы, и
мы должны служить чистым вайшнавам. Если мы сможем служить чистым вайшнавам, то мы увидим, что материальные оковы они спадают с нас, и мы можем тогда продвигаться по пути баджана. И таким образом я хотел сказать так много всего, но времени мало. И также Джаганнадас Бабаджи Махарадж сказал, что те, кто говорят харикатху, некоторые могут жестко, например, говорить харикатху, но это подобно лекарству. Если вы будете говорить доктору, например, давайте им какие-то сладкие лекарства только, то толку не будет. Нужно принимать то, что доктор вам говорит. И даже некоторые чистые преданные могут говорить жестко харикатху, но если вы примете ее своим сердцем, то вы исцелитесь от материальной болезни. Но иногда так и случается, что Джаганнадас Бабаджи Махарадж говорит, что иногда мы видим, что если какие-то чистые вайшнавы жестко о чем-то говорят, то некоторые люди их воспринимают своими врагами. И Джаганнадас Бабаджи Махарадж говорит, что смотрите, что если, например, Кешава Госвами Махарадж, он говорит жестко о чем-то, или Шанта Госвами Махарадж, это разве... Если они говорят жестко, они сладко, как некоторые другие, то это не значит, что у них нет смирения. Как, например, Вриндаван Дас Такур, он говорил, что те, кто он может пнуть тех, кто не сможет принять учение Шри Чайтаньи Махапрабху. Но смотрите, Вриндаван Дас Такур, он гуру, он ачарья. Наши сампрадаи. Я сейчас приведу пример, по которому вы поймете, что вайшнав, он очень милостивый, что вайшнав, не очень милостивый. Однажды Санатана Госвами, он пошел принять омовение в Ямуне. И однажды он увидел скорпиона, который тонул в воде Ямуны. И вот Санатан Госвами, он поднял скорпиона и посадил его опять на ветку дерева, чтобы он не тонул. И скорпион опять упал. Он поднял его опять, посадил на дерево. И скорпион укусил его несколько раз в процессе. И опять это случилось. И Браман, принимающий омовение рядом, он сказал, что убить его надо, он ядовитый. А ты его спасти хочешь? Зачем ты это делаешь? И Санатан Госвами сказал, что этот скорпион, то, что у него есть, он дает мне. У него есть яд, и он хочет дать мне свой яд, а у меня есть милость Кришны, я хочу дать ему милость Кришны. И вот смотрите, у этого скорпиона яд, и он хочет дать мне яд, а у меня есть милость Кришна, и поэтому я могу дать ему то, что у него есть. Вайшнавы, они очень милостивы. Но вот вайшнавы, они могут как пролить на нас свою милость и также наказать нас. Но только вайшнавы могут only
И это наказание от вайшнавов, это тоже их милость. Оно не является какой-то дживахимсой, насилием над живыми существами. Это тоже их милость. И Джива Госвами, он в Упадишамрите, в первой шлоке, говорятся эти слова, что только тот, кто обуздал свой ум, речь и чувства, только он может давать наставления. Рупа Госвами Пад, он говорит уже о том, что Шас-дату шасана. Шасан значит, если вы не хотите быть, а не хотите следовать наставлениям гуру и вайшнавов, если вы не хотите находиться под их руководством, то как вы можете достичь духовного мира? Шасан шишья значит слово шишья происходит от слова шаш дату. Если ученик не повинуется своему гурудеву, его наставлениям, он не ученик. И вот на сегодня конец. И вот тот ученик, внешне он не мог, может говорить прекрасную сиддханту, но у него была огромная любовь к гуру вайшнавам. Ему было 99 лет, а мне половина от его возраста, 60 всего. И вот в то время он где-то 7 лет назад оставил свое тело, но, несмотря на свой возраст, он меня очень уважал все время. И его братья-боги, вот Сагар Махарадж Судала, я в Нилгири, который жил, я был, и вот это его брат-боги, он тоже очень уважал меня. И приглашал всегда на все праздники. И люди, они неправильно понимают слово просто сердечные. То есть люди, они неправильно часто понимают это слово, что из-за... Ну, чтобы получить какие-то... преимущество. Но Бхактивинода Тхакур, он никогда не говорил об этом. Бхактивинода Тхакур, он говорил такие слова, что, например, если есть какой-то глупец, то он нельзя сказать, что он просто сердечен и как сарал. Who is going to speak the same thing what he feels from heart? Follow. He is simple. То есть, кто такой просто сердечен, то есть тот, кто говорит то, что у него в уме и на сердце. Как вот в случае с моим Гурудева, он был настолько просто сердечен, что никто не смог сравниться с ним. Мой Гурудев, он был подобен ребенку. If his brother is there, if you say, give me your brother, no, I cannot give. That small boy can say. But if I give example, my Guru Maharaj appearance, the disappearance, the copy, I can speak. Вот приходит... So simple. И вот мой Гурудев, он был настолько прост, настолько смиренен, настолько просто сердечен. Даже если он ехал в каком-то поезде, у него не было денег с собой, кто-то спрашивает, о, Махарадж, куда вы едете? Вот Миднапур еду, я тоже Миднапур еду с вами по дороге. И вот я могу помочь вам доехать. Вот какой-то случайный попутчик предлагал свою помощь, но Пури Махарадж согласался, и вот доехали до Хавры. И этот человек сказал, вы сидите тут, я сейчас за билетами для вас хожу. Давай.
давайте деньги, нет, Махарадж говорит, нет, я сам куплю, а это попутчик настаивал, не дают тут посидеть, я схожу за билетами вашими, и вот он брал деньги, и этот человек ушел, и все, ни денег не вернул, ни билетов не купил. То есть, и вот так Шрила Пури Махарадж сидел, ждал полчаса, час прошел, и человека все не было. Он взял деньги на покупку билета и свалил. И Гуру Махарадж размышлял о Кришне, он ему некогда было спускаться и смотреть на этого человека, обманщик он или не обманщик. Он не был как бы совершенно заинтересован в каких-то материальных вещах. И однажды у Шрилы Пури Махараджа какой-то вор залез ему в карман. И заметили, поймали вора. А в то время Шрила Пури Махарадж, это было во время Радхаятры, Шрила Пури Махарадж предлагал гирлянду Джаганатху, и вот он воспевал киртан, и когда он повторил гирлянду, какой-то вор залез ему в карман, и let him take money. И Шрила Пури Махарадж, он был, let him take. You know, so nice moment. I'm loving Jagannath. Now you, I'm doing kirtan. You, Maharaj, take your money. Huh? Let him take money. Is that? So you see, there's a mood. И Шрила Пури Госвами Махарадж, он был недоволен, что его отвлекли от киртана и подношения гирлянды, отвлекли внимание на какого-то вора, который воровал деньги с его кармана. И вот тот Махарадж, он в последний момент свои... перед тем, как уходить из этого мира, он позвал Бабаджи Махараджа и... И вот он уже был перед, как сказать, таком предсмертном состоянии, он спрашивал у меня какие-то вопросы, он был точнее в полном сознании, но видно было, что он скоро уйдет из этого мира. И он говорил со мной, и я ответил на все его вопросы, что вы... И вот я ответил на вопросы, предложил ему свои поклоны. И я ушел, и в ту самую ночь Махарадж оставил свое тело. И вот они пригласили меня на годовщину его ухода. На сегодня конец. Если вопросы какие-то есть, можете спросить. Bhaktivinoda Thakur clearly writing in Kirtan, Mat Mandir Dalan Bari Nakaro Piyas. Don't try to make any temple, and Bhaktivinoda Thakur speaking. It was for whom? For we all, common people. But at the same time, Krishna speaking in Bhagavad Gita Prang, Bhagavan speaking in front of Krishna. Man Mandir Kare Dhiram. Бхактивинода Тхакур сказал, что нет смысла строить большие храмы, а Кришна Бхагаван Удави сказал, что нужно строить его честь великие храмы. И вот внешне выглядит как противоречие, но
Но в этом нет противоречия, если более глубоко смотреть на это, поскольку есть какая-то обусловленная душа с помощью своих денег строить какой-то храм, то это неправильно, поскольку с помощью денег невозможно построить храм. Храм – это Анантадев, он может явиться из Бадбаджана. И Шрила Прабхупада много раз говорил, что с помощью денег нельзя какой-то храм построить, либо божество установить. Может, у нас есть деньги, но если нет правильного применения этим деньгам, то толку нет от них. И I cannot put in hand, and dacoit can come and cut my throat. What use? Fighting, no use. Eh? What use?